Всем привет! Очередная игрушка, прохождение ее называется она Down to Irnch. В общем, игра очень длинная. Где-то на прохождение ее заняло 1,5 часа. Поэтому я коротко немного о ней расскажу и, не буду сопровождать ее до целых 1,5 часа. В общем, ездит у нас вот такой вот трактор, бульдозер, я не знаю. Ему надо пройти 30 уровней. В игре в этой 30 уровней. Он чем-то смахивает на Boulder Dash. Это игрушка. Единственное, что здесь нет алмазов. Единственное, тут цель в каждом уровне надо победить всех врагов. Они, ихнее количество находится с правой стороны в синем столбике, в самом низу. Все они, ихнее количество. Вот, допустим, я не знаю, как они называются, не буду их... Вот в предпоследнем списке их 002 осталось в этом уровне. Самые последние 11 штук. Вот это их всех надо победить. Походу, тут есть еще бомбы, жизни и какие-то бочки. Особо тут такого ничего... загадочного нет. В общем-то, мне особо нечего сказать по этой игре. Игра, конечно, интересная. Много тут всякого хлама такого. В общем, ездим. Она еще чем-то смахивает на Digger. Такого жанра игра. Игра сама 87 года. Создала ее компания Firebirds. Вот, жанр игры аркады. Если вы хотите смотреть полное прохождение, тогда не перематывайте и смотрите это видео до конца. Мне добавить особо по этой игре нечего. Просто это такое вот прохождение игры и все. Все уровни здесь подгружаются, каждый уровень. Враги здесь тупые. Как-то так. Я единственное могу прокомментировать это, что враги здесь действительно тупые. Он может зациклиться, ездить по кругу. Можешь рядом возле них пройти, и они тебя не зацепят. Вот, походу, тут еще вот эта вот фигня зеленая, которая размножается. Вот она как-то там взрывается. Непонятно как. Я на них кидал и бомбы. Они взрываются, но есть там один уровень, в котором они размножаются, их много становится на весь уровень, и потом они взрываются. Он будет впереди. Вот так вот. Вот эти зеленые в виде бомбочек. Штуки, которые мы можем бросать на все что угодно. В данный момент на вот этих вот врагов, которые тут катаются. И, в общем, цель игры вам понятна.
В общем, друзья, я вам не буду морочить голову. Ну, я не вижу ничего такого, о чем можно разговаривать целых полтора часа. Поэтому я, наверное, с вами попрощаюсь до следующего видео. А это видео прокомментируйте, поставьте лайк. Если вы не подписаны на канал, подпишитесь. А я с вами прощаюсь. Пока.